бьет. Так, радио что? Мегафон как пишет, связи нет. Сети нет. Могли бы объезд подровнять, ребята, блин. Ну вот, бедолага, видать. Его тащили. Мегафон пишет, связи сеть не обнаружена, сети нет. Очень приятно. Панорама на населенный пункт. Что это такое, какой пункт? Сейчас будем читать по указателям. Дороги идет. 2 месяца у них в запасе. Вот так вот съезд с моста. Создается впечатление, что враги все это делают. Мосту претензии есть? Нет. Дороги есть? Нет. Ну а проехать, съехать с моста проблематично. Так, Р-258 Улан-Удэ, налево, Новопавловка. Ну, снимает, насколько это возможно, боковой видеорегистратор. Поворот на Новопавловку. Этот косит траву. Или кто это? Рыбак. Thank you.
времен подсоветского. Легнул правым поворотником, можно обвинять, хотя дорожная разведка. Я ему два раза аварийками, но поблагодарил за подсказку. Газпромнефть, ё-моё, ты что ли?
впереди ясное чистое небо. Это было проблемы с освещенностью. Это нужно будет опять экспозицию отслеживать. Фура догоняет. Успеет обойти? Нет. Пошел на обгон. Молодец. Интересно, узнаю я, нет, там, где Бузы мне понравилось. Чейтар Богатай. Нагрузка не более 10 тонн на ось. Thank you.
таких перевалах расход бензина вырастает. 5,9 литра. С места старта это ночевка.
64 в сторону Улан-Удэ. Это, возможно, подстава. Да, впереди движущийся автомобиль сильно тормозит колонну. Видеофиксация.
случай был вот, в Забайкалье. Перегонами занимался. И вот так вот впереди идет тихоход. Я за ним пристроился. И тихонько еду. За мной огромный хвост образовался. А на 15-м канале предупредили, что там гаишник стоит. Ну откуда ж ты солнце-то помнишь? Так, экспозиция.
прерывистые. Он ускоряется. Но с правой стороны, конечно, вид потрясающий. Боюсь, только засветка может повлиять. Интересно, такие на самой верхушке деревья такие, как солдаты в ряд стоят. На боковой видеорегистратор, наверное. Да, что-то захватит. Thank you.
медленнее поеду, но чего ты думаешь?
часа 21 минута плюс 6. Местное время 10 часов 21 минута.
полагать, ветром.